Ребят, всем привет! Привет! Мы сейчас находимся в центре, приехали в Tencent офис. WeChat по-китайски будет звучать как WeSim, дословно микросообщение. Мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработанная китайской компанией Tencent. Компания поднялась на сервисе быстрых сообщений QQ. Когда запускали WeChat, его резкий рост обеспечили за счет переброса пользовательской базы из QQ. WeChat – второй по популярности мессенджер в мире. Официальные данные о количестве пользователей найти очень затруднительно. Но сделать приблизительную оценку можно. Речь идет примерно о 1 миллиарде пользователей по всему миру, 90% которых приходится на Китай. В Китае практически каждый владелец смартфона пользуется WeChat, так как это не только мессенджер в классическом понимании, а целая система, включая мобильный кошелек, встроенный браузер, интернет-магазин и прочее. В нем представлены все государственные учреждения Китая. Оплатить квитанцию или записаться на прием врачу можно через мессенджер. В общем, у нас есть небольшие вопросы. Ну, кстати, озвучи, что там у нас. Нами еще Танюшка. Таня еще с нами. У нее аналогичная проблема. Получается, в Китае все карты открывают на разное имя. Ну, как бы это здесь вообще нормально. Угу. В одном банке открывают, допустим, у меня пишут фамилию в начале, в конце имя. В другом банке наоборот, в начале имя, потом фамилия. Где-то ставят пробел между фамилиями, где-то пишут слитно и так далее. Но карту можно привязать к WeChat только на одно имя. То есть, если у меня по-другому написано имя, я не могу уже вторую карту привязать. И у меня вот такая ситуация, три карты банковские, и все три карты на разное имя. Сказали, что мне здесь могут помочь. То есть, по сути, нужно поменять имя. Вот именно, что ничего не поменяешь. Я запросила у них поменять платежное имя, они поменяли, я другую карту могу привязать, и это отвязывается. Вот. У иностранцев очень часто такие проблемы возникают, и поэтому я думаю, что они уже даже знают, как с этой проблемой бороться. Сюда уже многие приехали именно с этой проблемой. Вот Олег, допустим, тоже приезжал здесь, помню. Татьяна, у тебя какая проблема? Меня один банк заблокировал, то есть карту закрыли мне. Открыла новую карту, и эту новую карту не могу привязать. Привязать ее к WeChat, чтобы платить везде, и так далее. Да. Дождались консультанта, он сразу же находится на входе. Надеваем масочки. Вот имя, паспорт, номер паспорта, мобильный телефон. Так, ну все, в общем, по сути, можно было и не приезжать, да, ребят? Он просто нам показал, куда что нажимать, и все. А по сути, все делается в самом приложении. Отвязываете старую карту, и надо, чтобы у вас, в общем, банковские карты были одно похожее имя. Если... В общем, они по-разному всегда в каждом банке, по-разному имя пишут. Когда приходите в банк, просите прям, пишите мне вот так имя. И это имя вносится в платежную систему WeChat. И уже система распознает, что у вас вот это имя одно, и добавляет карты. Если у вас будет немного какие-то изменения, там не слитно написано, раздельно, или там через капс, не через капс, и, в общем, вы уже не добавите. Вот сейчас Катя сделала и добавила сразу же две карты, а была одна карта. Магазин без продавца, сразу же здесь на входе. В общем, что-то берешь, камеры считывают, камер вообще прям много. Камера установлена еще в холодильнике. Прикольно, да? Да, и уходишь, и у тебя списывают деньги с WeChat. Еще только-только тема развивается, поэтому как-то вот так вот. Какие-то всякие ненужные товары лежат. Попить только, если что-то взять. Хорошие товары. Хорошие? Ну да. Так, что тебе понравилось, скажи, пожалуйста. Косметика. Берешь, да? Да. Не знаю. Вот здесь вход такой вот, в общем. Я не знаю, почему она открыта, но я так понял, сначала сканируешь, наверное, QR-код, потом заходишь. Но неважно, видимо, сломано. Вот так выглядит магазинчик. Оплата по WeChat. В общем, мы сейчас находимся в историческом месте. Судя по виду, это какое-то старое предприятие. А вот написано, кстати, завод какой-то, да? Вон, смотри.
А мне кажется, все оформили так чисто, да, по красоте. Да. Раньше здесь какие-нибудь стенгазеты были и так далее. В общем, сейчас, ребята, это находится все в центре. Могу локацию оставить, в принципе, свободный вход. Можно зайти, немного погулять. А по сути, если вопросы есть, то можете на входе все решить. Мальчик там, в общем, нам все помог. Ну, если хотите, можно погулять. Здесь очень так атмосферненько все сделано, все оформлено. Есть какие-то новые здания. Опять же, были сохранены, реставрированы старые здания. Так, немного пообщались с ним, спросили, в общем, откуда все это начиналось. Все отсюда, с 2009 года началось. Но именно стало популярным данное приложение. С 2011 года стало популярно это приложение. 20 юаней парковка! То есть Тонсент этот. Еще Вичатам платить, слушай, Джифубау нету у них.